День добрый на Южный. И масочку одеваем. Да, уже в курсе, да? Да, с формой еще не выдают маски. Выдают только болячки все. Но это они могут, да. Болячки, ранения. Южный 4А или 4Б, да? 4А. Ну, в общем, сверху заедем, там дорога, да, получше. Чтобы не скакать там. Да ладно, скакать, а то ж и так уже все гремит. Я не успеваю ее делать по нескольку раз. Республика, да. Хорошая. Да, одно название. Ебучий остров, блин. Да. Со всех танцы сторон границы, блин. Что? Только танцы и пляски у нас. Ага, да. Там приехал, потанцевали, там попели. И все зависит. Ну что, у нас три жирных плюса в республике есть. Дешевая водка, дешевые галимые сигареты и дешевый проезд. Все. С водкой уже все, по-моему. Че, уже не дешевая? Ну там же Луганова задрала цены. Там. Ну не знаю, не употребляю, даже не в курсе. И что она почем сейчас? Я не знаю, сам только приехал. Да ну и хрен с ней, блин. Разговор был. Луганова задирает на 20%. Луганова. Ну надо на 20%, если она была, скажем, по 100, это 120 рублей будет. Ну там литровая что-то почти по 400 рублей стоит. Короче, легче купить. Я только представил, блин, литровую бутылку, я что-то в голове стрельнул. Легче купить российскую, дешевле. Да? Да, сюда переправил. Я знаю, что гайцы вот в Катюше берут постоянно тундру, блин. А она там самарская, по-моему, или черт его чья она. Да и хозяин же в Катюше говорил, что путевая водка. На цену я, правда, может быть, и посмотрел, но не запомнил. А у нас ведь надо было